Шеф, что случилось? У вас же выходной? Соскучились по кухне? Это ты заплатила штраф? Какой штраф? У нас был штраф? Я уже больше не могу. Будет сердечный приступ. За что штраф? Я о нашем кафе. Иргин сказал, ты в курсе. Фират, приятно, что ты думаешь, что я такая богатая. Спасибо, конечно. Но у меня карманы пусты. Это невозможно. Ничего нет, понимаешь? У меня нет столько денег. Кто же оплатил этот штраф? Алло. Нас, а ты где? Нужно поговорить. Я около желтых шипучек. Что? Что-то случилось? Потом тебе расскажу. Хорошо. Что ты хотела? Поговорим, когда вернешься, хорошо? Давай, пока. А где она? Шебнем сказала, что ты здесь. Ты это сделала? Что? Ты даже не взглянула на меня, значит, да. Да. Так, я хочу отблагодарить тебя за то, что пригласил Ардову в ресторан. Без тебя мы бы не справились. Это наша совместная заслуга. И это слишком. Я не могу принять такую благодарность. Я не смогу вернуть. Давай не будем это афишировать. Просто останешься еще на полгода, а мы будем вычитать эту сумму из твоей зарплаты. Постепенно долг будет оплачен. Как тебе? Хорошо. Отлично. Договорились. Что это за место? Так что за желтые шипучки? Шебнем не нравится кола. А Айсель всегда говорила, а может тогда желтую шипучку? Так и повелось. Как ты нашла это место? Мы с Шебнем учились в начальной школе. И, как обычно, все дети были голодные. Мы искали, где перекусить, но везде было дорого. У вас не было денег? А, ну да. У Шебнем не было. Да. И Шебнем увидела это кафе. Мы стали ходить сюда после школы каждую неделю. Вот и все. Ты так рассказываешь. Кажется, будто я там с тобой побывал. Так. И почему ты пришла сюда сейчас? Кафе закрыто? Я
Я прихожу сюда всегда, когда хочу о чем-то подумать. Я из тех, кто в сложные моменты любит повспоминать. И как пробудилась твоя страсть к готовке? Пожалуйста. Айсель, дорогая, спасибо. Скорее, пока не остыла. Как же приятно пахнет. Ты все спрашивала меня. Пойдем, пошли со мной. Давай, давай, давай. Куда ты уводишь мою подругу? Верни ее, тетя Айсель. Айсель! Ну же, ну же, ну же. Пахнет отлично. Так, а теперь скажи мне, что я положила в этот суп? Очень быстро разгадала мой секрет. Подходи ближе. Не только же нюхать нужно. Перемешать? Именно так. Рецепт прочитать легко, но понять его возможно только в процессе приготовления. Мне так приятно, что вы позволили. Дорогая, ты просто суп мешаешь. Но я вижу, что тебе все это нравится. Шеф, два супа. Вот. Пожалуйста. Держи. Готовка тебе идет. И это? Спасибо. Суп готов! Спасибо, дамы. Приятного. Да, с тех пор я и занимаюсь этим делом. А ты как начал готовить? Моя история не такая красочная. Ну, если не хочешь говорить. Нет, дело не в этом. Дед оставил отцу ресторан в Антепе. Там я стал заниматься мясом. А потом я приехал в Стамбул учиться. И там ты проучился 2 года французской кухни, а потом работал с шефом Эйпом. У тебя отличная память. Ну, вообще-то, я просто резюме запоминаю. Что случилось? Я готов выслушать, если расскажешь. Мне кажется, что-то мы заболтались, шеф. Вот и все. Что все? Статья Арды Тюркмен вышла. Дай почитать. Французская звезда Стамбула. Французская подружка.